Известный жителям микрорайона Мамайка пляж «Русалочка» уже давно стал излюбленным местом для прогулок в любое время года. Несколько лет назад заведующий пляжем Гурам Пруидзе, он же скульптор по призванию, решил соорудить сказочный уголок на прибрежной территории. Осьминог, черепаха, морские раковины и цветочные клумбы понравились не только сочинцам, но и гостям курорта. Он был награжден писателями Москвы в рамках конкурса «Золотое перо» за солнечную деятельность, за что ему была вручена грамота. Помимо игровой зоны, на пляже есть и все необходимое для отдыха оборудование. Лежаки, зонтики, мягкие качели с навесом, лавочки, кабинки для переодевания и медицинский пункт. Соблюдена и безопасность. Ежедневно за купанием посетителей наблюдают опытные спасатели и камеры видеонаблюдения. И в планах заведующего провести еще ряд работ по благоустройству. Деревянные навесы хорошие, красивые сделать. Что приятно было отдыхающим нашим приехавшим посмотреть. Ну, ограждения, конечно, они очень нужны. На бунный, чтобы на бунный не заходили, это безопасно. А это уже пляж в Хостинском районе. Еще в прошлом году эта прибрежная полоса не отвечала санитарным требованиям. Хозяйствующие субъекты были не заинтересованы в благоустройстве своей территории. После того, как пляж был передан муниципалитету, все поменялось. Теперь он входит в число лучших городских пляжей. По поручению главы города было усилено внимание Хостинскому району в связи с благоустройством. На данный момент закуплены, установлены зонты, расставлены спасательные вышки. На пляже Волны есть задумка такая сделать небольшую зеленую зону, отгородить, чтобы люди имели возможность полежать на зеленой травке. Рабочие сейчас трудятся на благо отдыхающих, сооружают кабинки для переодевания. А недавно на въезде к муниципальному пляжу поставили шлагбаум, и вместо разбитой дороги появилась обустроенная пешеходная зона. Заботу городской власти гости курорта чувствуют. Я от вашего курорта просто в восторге. Я давным-давно не отдыхала на Черном море. Вот мы приехали с внуком сюда отдохнуть. Во всем чувствуется разница, очень большая, разница ощутима. Вот, в обслуживании, вообще в культуре, вот вы понимаете, в чистоте города. Вот, а эти вот электрички «Ласточка» на нас просто вчера такое впечатление произвели, я никогда не видела подобного. Вот, так что большое вам спасибо за отдых. Благоустройство по всем правилам ведется на 86 муниципальных пляжах, и контроль за выполнением необходимых работ ведется силами общественности и работниками районных администраций. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.